Не доехали до школы. Сегодня утром в деревне Сетрокосы Маргаушского района произошла авария. Легковой автомобиль столкнулся со школьным автобусом, где, к счастью, детей не было. Однако пассажирам «Приоры» повезло меньше. Как сообщают в управлении ГИБДД, 68-летний водитель автобуса при повороте не убедился в безопасности маневра и не пропустил легковушку, которая двигалась по главной дороге. В результате ДТП 34-летний водитель «Приоры» оказался зажат в салоне авто, а дети 6 и 7 лет, известно, что их везли в школу, получили травмы. Всех доставили в больницу, однако спустя несколько часов водитель «Лады» скончался. У девочки врачи диагностировали травмы, несовместимые с жизнью. Позже она тоже умерла. Мальчик остается в тяжелом состоянии.